Привет, друзья! С вами канал Марослайв, и у меня сегодня для вас очень важная новость. К сожалению, все иностранцы, проживающие в Чехии, должны будут иметь медицинскую страховку только ПВЗП. Так решили депутаты. Монополизация все-таки будет, и это не очень, конечно, хорошая новость, потому что будет подниматься цена. Ценник будет, не знаю, космический, не космический, конечно, узнаем, учитывая ту ценовую политику, которая есть у ПВЗП сейчас, цена поднимется в любом случае. Что хочу сказать, что во вторник, 13 июля 2021 года, было принято решение о том, что все иностранцы, проживающие в Чехии после 2 августа, будут обязаны иметь страховку только у ПВЗП. Те страховки, которые сейчас у вас есть, и они еще будут идти там определенное время, допустим, вот как я беру сейчас конкретно по своему примеру, по примеру своего ребенка, у которой страховка действует еще 1,5 года, то есть они работают, все будет нормально. Но что я вам хочу сказать и что хочу порекомендовать, то есть особенно тем людям, которых скоро, ну скоро это, грубо говоря, там год-два, там 2,5 года остается до получения ПМЖ, например, и кто не имеет государственной страховки ВЗП, вот, то я рекомендую покупать обязательно страховку на эти сроки, там 2-3 года, 4, ну, в зависимости, опять же, кто у кого, какие ситуации. Почему? Потому что ценовая политика по сравнению с той, что будет потом, когда нужно будет докупать, будет большая, реально. То есть я вам сейчас вот даже приведу примеры. То есть по стоимости на данный момент, вот, ценник на сегодня примерно выглядит так. То есть если брать по воссоединению семьи, возьмем человека взрослого, да, там, грубо говоря, в среднем там 25-30 лет, то стоимость страховки будет между, например, одной из самых дешевых, это Ergo, к примеру, да, который составляет на год где-то в районе там, 10 тысяч крон, образно, примерно. Вот. И той же ПВЗП в таком же возрастном диапазоне, то есть там от 15 до 44 лет, составляет 19 тысяч. То есть разница, представьте, 9 тысяч. И я вам хочу сказать свой пример. Мы, когда приехали в Чехию, мы оформляли страховку ПВЗП на 1,5 года ребенку для воссоединения семьи. То есть отдали тогда 7,5 тысяч крон. Но это было, опять же, год назад. Потом попользовались этой страховой компании, в принципе, вопросов к ним вообще никаких нету, но, опять же, ожидание и реальность, то, что обещалось изначально там, ну, не то, что обещалось, это я так, может быть, себе думал, не знаю, может, начитался, что ты приходишь к определенному там врачу, тебе не нужно там ничего платить, но практика оказалась чуть-чуть суровой, пришлось платить, но эти деньги, естественно, возвращались, то есть вопросов никаких не было, к страховой компании вопросов вообще нет, все хорошо. Вот, платил деньги, эти деньги возвращались, писали, заполняли формы, и я рассказывал, в принципе, в видео, как это все работало, то есть питань нема. Но если взять, допустим, ту же стоимость, что мы отдали, там, 7,5 тысяч за полгода, и примерно за год это будет где-то 16-17 тысяч, то эти деньги, по сути, мы не тратим, понимаете? То есть, ну, опять же, понятно, что все зависит от того, какие ситуации у вас там с детьми, какие ситуации со взрослыми, то есть кто-то болеет, кто-то не болеет. Опять же, нужно предоставить какой-то перечень там документов, если, не дай бог, какие-то есть хронические болезни, это все очень важно. И за это может страховая компания просто не вернуть вам там, допустим, деньги. Но это все нужно обговаривать изначально. Потом было у нас продление документов ребенку на 2 года, то мы перешли на другую страховку. Мы договорились с нашим лечащим врачом, что мы будем платить наличкой. То есть и мы купили страховку Ergo. То есть купили страховку Ergo, стоимость ее на 2 года составила 14 тысяч. На 2 года 14 тысяч. То есть, ребят, если бы я брал бы ВЗП, там стоимость была бы в районе что-то 30 тысяч. То есть, ну, плюс-минус такая приличная разница. Опять же, учитывая, ну, я надеюсь, что не будет никаких проблем и случаев с моим ребенком, то, по сути, я эти даже 14 тысяч не потрачу за 2 года. Я надеюсь, конечно, что все будет отлично. Дай бог и всем вам, чтобы так было. То есть купить просто, можно сказать, для галочки эту страховочку. Если вдруг какие-то вопросы, моменты,
идем, просто платим деньги, и эти деньги просто калькулируют, то есть крутятся в обороте. То есть вы их возвращаете. И у нас вот был такой случай, вот в начале июля у нас была проблема с зубами у ребенка. То есть мы пошли в частную поликлинику, заплатили денег за прием, и эти деньги нам вернули в течение там недели вообще без проблем. То есть я сейчас не рекламирую никакие компании, я просто рассказываю свой опыт. Поэтому рекомендую всем обратить на это внимание, обратите на то, что после 2 августа, опять же, все иностранцы, повторюсь, проживающие в Чехии, должны иметь только страховку ПВЗП. То есть выбрать нельзя будет, только будет эта страховая компания. Тем более сейчас, ребят, есть уникальная возможность по нашему промокоду MorozLife. Можете смело обращаться к нашему другу, специалисту по страховкам Саше Литвиненко. Он вам сейчас будет делать максимальные скидки. Я вам даже могу назвать примерные скидки на ту же ERGO там до 20%, на другие 25%. Если у кого, опять же, есть ПВЗП и хочет продлить договор, то там около 30% скидки будут делаться. Поэтому смело с промокодом обращаемся. Контакты под видео вот здесь, всегда в описании. Заходим, пишем, смело обращаемся, не стесняемся. То есть по всем вопросам получите свои ответы, так что там проблем никаких вообще не будет. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Своим опытом поделился, своим мнением тоже поделился. Что скажете вы насчет этого случая со страховками? Хорошо это или плохо? Делитесь своим мнением в комментариях. Поддерживаем это видео своими лайками, потому что нужно, опять же, прокачать. Кстати, за прошлое видео вам огромная благодарность. Больше 300 лайков, больше 4000 просмотров. То есть вообще супер. Всем удачи и увидимся уже в новых выпусках. Всем пока.